Когда мы впервые сталкиваемся с необходимостью создания видеоролика, мы непременно прибегаем к помощи поиска, чтобы найти ту самую идеальную программу для создания качественного видеоконтента. И сегодня вы узнаете о программах, которые я подобрал для сегодняшнего видео специально для вас. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. Ну, поехали! FSDS Video Editor – это бесплатная многофункциональная программа для обработки и создания роликов любой сложности с разрешением 4К, 2К и 1080p. Программа предлагает пользователям все необходимые инструменты для качественного монтажа и обработки видеороликов. DaVinci Resolve 17 – программа, которая позволяет на профессиональном уровне выполнять редактирование и цветокоррекцию видео, сводить аудиодорожку и добавлять визуальные эффекты. Его современный стиль, интерфейс, достаточно прост и интуитивно понятен каждому. У этой программы есть две версии, одна платная, другая бесплатная, но в принципе они ничем не отличаются, просто в платной программе добавили немного эффектов. Filmora Pro – полуфункциональная программа для редактирования видео, которая представляет множество базовых и расширенных инструментов для редактирования изображения, фотографий и видео. Он также имеет простой и интуитивный понятный интерфейс, который позволяет легко добавлять эффекты и переходы. Vegas Pro – это известная нам программа для редактирования видеопроектов. С помощью нее можно выполнить базовую обработку, обрезать и склеивать фрагменты, добавлять музыку. Также приложение предлагает профессиональные функции стабилизации изображения, устранение дрожания камеры, хромакей, разные спецэффекты. Adobe After Effects – профессиональная программа для создания анимационной графики и визуальных эффектов, которые используют многие профессионалы. В программе доступно множество разных стилей, эффектов, позволяющих сделать любое профессиональное видео лучше. Для создания качественного видеоконтента не обязательно обладать специализированными знаниями и опытом в монтаже. Главное правильно подобрать программу. И в этом видео я вам рассказал о 5 программ для монтажа видео. Спасибо, кто досмотрел это видео до самого конца. Пишите в комментариях, какие программы вы знаете еще. Если вам это видео было полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Илья Тер. Всем пока-пока.